Два сгоревших авто за день. Конец прошлой недели выдался жарким для бобруйских спасателей. Сначала вспыхнула легковушка в гараже по Октябрьской. Пламя охватило весь автомобиль и гараж. Фиат Уно сгорел полностью. Огонь уничтожил 20 квадратов потолка и другое имущество. У бензобака хозяин гаража, как сообщается, проводил сварочные работы. В результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ произошло загорание автомобиля с последующим распространением горения по сгораемым материалам гаража. Ближе к вечеру на пульт спасателей поступил похожий вызов. В Телуше тоже горела легковушка. Хозяин успел потушить огонь самостоятельно. Языки пламени повредили салон, багажник, бампер, заднее стекло автомобиля. В результате нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования произошло загорание в багажнике автомобиля Audi 80 1987 года выпуска. В обоих случаях в огне никто не пострадал.